Женственность проявляется очень во многом. В первую очередь, это тембр голоса, это походка, это позы, это состояние кожи, это эффект макияжа, это волосы, украшения, правильно подобранное нижнее белье и, конечно, все элементы одежды, включая обувь. Трудно быть женственной в уги, трудно быть женственной в куртке оверсайз, трудно быть женственной в очень коротких волосах без макияжа. Но возможно, если вы харизматичны.